Не выходной день и не официальный праздник, но любимый, популярный в народе. В ночь с 13 на 14 января в России празднуют Старый Новый год. Какие планы у ульяновцев на этот праздник, сейчас узнаем. Конечно, знаем. И дети знают, и мы знаем. Отмечаете как-то? Вот он будет с 13 на 14 в ночь. Ну как отмечаем? Отмечаем, гуляем на улице с детьми. Также 12 часов. Ну час по-ульяновски. Все, так, что все хорошо. Старый Новый год остается Старым Новым годом. Старый Новый год – это в ночь с 13 на 14 января. По старому стилю Старый Новый год. До, сейчас скажу, по григорианскому и юлианскому календарю это разные. Так, какие? Ну, обычные, наверное, точно так же, как и раньше. Елка, встречи с друзьями, с родными, подарки, пожелания здоровья, счастья и так далее. Я не праздную. Не празднуете? Нет. Мы знаем, но не отмечаем. А про какие-нибудь традиции этого праздника знаете? Нет. Нет, я его не отмечаю, потому что я учусь. И знаем, и отмечаем. А как отмечаете? В другой семье. Как вам сказать, не отмечаем. Мы вообще слышали про такой праздник? Про его традиции? Слышали, да. Была традиция. Горох жарили, когда мы в детстве были. И потом в школе кидали с этим горохом. Друг дружку играли. А сейчас ну, а больше сразу же нет. Ну, знаю, конечно, про Старый Новый год. Это по старому летоисчислению. С 13 на 14. Отмечать не всегда отмечаю. Дети отмечают. Я считаю, что это чисто наша русская уже традиция, потому что Запад давно все уже отгулял. Вот. А у нас этот Новый год старый ассоциируется с чем? Ну, как-то 31 декабря еще суетишься, еще куда-то бежишь, еще как-то что-то не доделала. А сейчас уже после вот этих всех праздников, Рождества, он приходит спокойный такой, красивый и очень домашний. Поэтому я очень люблю Старый Новый год, потому что мы и живем по нему.